Ежегодно в середине весны проходят акции, посвященные Всемирному дню распространения информации об аутизме. В России ключевым мероприятием этого дня стал инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Он проводится по всей стране уже не первый год. И сегодня Волгоград стал региональной площадкой фестиваля. Мы в рамках фестиваля рассказываем обществу, людям о том, что у нас рядом с нами проживают дети, люди с расстройством аутистического спектра. И это люди как люди. Они тоже также учатся в наших образовательных организациях, посещают наши дошкольные учреждения, получают знания, социальный опыт. И, безусловно, распространение информации об аутизме очень важно, в том числе для нашего региона. Основной площадкой проведения акции стал Волгоградский педагогический университет. Это единственное высшее учебное заведение региона, где существует целый факультет подготовки специалистов-дефектологов. Более того, знания, необходимые для работы с особенными детьми, получают все будущие учителя. Эта работа ведется в университете на системной основе в течение уже нескольких лет. Самое важное, что сегодня университет вот эту подготовку включил теперь во все основные образовательные программы подготовки любого учителя. Сегодня здесь присутствуют представители факультета математики, информатики, физики. Это будущие учителя математики, информатики и физики, которые тоже должны владеть технологиями работы с особенными детьми в инклюзивной школе. Фестиваль «Люди как люди» – это не только образовательная площадка, но и возможность для специалистов поделиться своим опытом и новыми идеями, которые в будущем помогут адаптации и социализации детей с особенностями развития. Не последнее место здесь занимает развитие творческих способностей. Техника декупаж наносится на любые деревянные поверхности, деревянные, пластиковые, пластмассовые. Вот мы привезли такие заготовки с собой. В школе с детьми мы это все делаем из теста. Тесто высыхает, затем мы это все наносим. Это развитие моторики, а потом самое главное – это контакты. Большое значение имеет работа фестивалей для семей, в которых растут особенные дети. Зачастую найти подход к такому ребенку не могут даже родители. В рамках проекта для них пройдут специальные лекции. Это понимание, что нас слышат, что нас видят, что нам хотят помогать. Ну и, конечно, понимание того, как нам самим, родителям, все-таки заниматься и работать со своими детками. Потому что, когда сталкиваешься с этой проблемой впервые в своей жизни, а как часто это бывает, что это единичные случаи в семье, и родители не понимают, что делать, как раз вот такая помощь им очень необходима, чтобы понимать. По итогам фестиваля будут выработаны методические рекомендации, новые техники и идеи для продуктивной работы и эффективной социализации особенных детей. Ксения Колоскова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».